Казалось бы, морозы близятся к закату, но некоторые все же готовят запасы на зиму. Оригинал из столичных шабанов хранил в банках марихуану. Все эти заготовки прятались в гараже. Замариновано было почти 4 килограмма травы. Сначала наркоконтроль вышел на жителей микрорайона, в квартире которого они нашли 300 граммов дурмана. Потом оказалось, что основные запасы лежат у мужчины в гараже. По словам обвиняемого, траву под горячим южным солнцем он вырастил на территории Гомельской области. Урожай оценила Алена Лешкевич. Богатый урожай летом приносит хорошие запасы не только на зиму. В одной из квартир в столичном микрорайоне Шабаны сотрудники наркоконтроля обнаружили 300 граммов высушенной марихуаны, а также все необходимое для ее продажи – весы, фасовочные пакетики. То, что оперативники обнаружили в квартире, только цветочки, ягодки и большой урожай, находился в гараже подозреваемого в том же микрорайоне по улице Шабаны. В помещении было больше 3 килограммов каннабиса, измельченного и расфасованного по банкам. Только 3-литровых емкостей было 10 штук. Как говорят в милиции, скорее всего, мужчина выбрал такой способ хранения травы, чтобы не потерялись ее свойства. Когда она высыхает, ее необходимо, скажем так, либо в полимерный пакет, чтобы не было доступа кислорода, либо вот таким образом в банку. Ну, впервые с таким сталкиваемся, если честно. Скажем, свидетельство о том, что ну, это явно не для себя. Плюс ко всему изъята расфасовка, весы в квартире. Как признался задержанный, он сам вырастил всю эту траву. Под горячим южным солнцем на Гомельщине. Так ли это, покажет проверка. К сравнению, крупным размером марихуаны считается вес 100 граммов. У задержанного в совокупности изъято 3600 граммов дурмана. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по третьей части наркостатьи, которая предусматривает от 8 до 13 лет лишения свободы. Алена Лешкевич, Максим Курыш, Виталий Селявко, Зона X, Минск.